Слава Богу, братья и сестры! Я думаю, мы скучились за снегом. Вот Бог дал нам первый снег. Немножко. За это тоже слава Богу! Слава Богу, что мы сегодня могли быть на служении, независимо от того, что вроде бы чуть и снег припугал, да? Но слава Богу! Бог помог нам. Мы сегодня в Доме Божьем. И я думаю, все мы настраивали свои сердца именно на то, чтобы побыть в общении с Господом, да? Не так вот друг с другом, это тоже хорошо, это тоже приятно. Написано, что как хорошо и приятно быть братьям вместе, сестрам вместе, это приятно. Когда вместе, когда взаимопонимании, в любви, мы собираемся, это приятно и для нас, и приятно для Господа. И еще больше того, когда мы ищем общение с нашим Господом. И сегодня у нас есть такая возможность иметь это общение с Господом, особенное общение. Знаете, всякий раз, когда мы готовимся к такому служению, какие-то особые чувства посещают то, что сегодня особенный день. Мы вспоминаем особое положение. Мы вспоминаем и говорим о нашем особенном статусе перед Богом в Иисусе Христе. Я прочитаю перед началом нашего служения одно место, где свидетельство Иоанна Крестителя. Иоанн свидетельствовал о нем и восклицал, и говорил: «Этот был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать, ибо закон дал через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Слава Богу! Братья и сестры, что эта благодать, она нам открыта. И дальше Иоанн, Креститель, который свидетельствовал, который был предназначен для этого служения, чтобы представить Иисуса Христа миру, представить Его, открыть Его миру. И он говорит такие слова: «На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Слава Богу! Братья и сестры, он говорил и указывал, говорит, что вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Народ израильский был знаком с агнцами, жертвоприношением. Они были знакомы с тем, что за грехи нужно принести агнца. И это было постоянно, они приносили постоянно этих агнцев за грехи. И никогда не могли закончить это. Никогда не могли прийти к совершенству. Но здесь Иоанн провозглашает нечто другое. Он говорит: вот Агнец Божий. Люди смотрят, где же он? Да, это человек, это Сын Божий. Вот это есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Израиле они приносили тысячи, миллионы этих животных за грехи. И написано, никогда они не могли сделать совершенными приносящих тех, которые приносили. Но Иоанн говорит: вот это есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира. И мы знаем, что это действительно так. Иисус Христос стал этим агнцем, агнцем, который был в состоянии взять грех мира. Он был без порока. О нем засвидетельствовано было,
что Он был без порока. Мы видим из Писания, когда говорится о том, и Пилат свидетельствовал, говорит, «Я не нахожу в Нем никакой вины! Я не нахожу в Нем никакой вины!» Несколько раз это был Агнец Божий, который взял на Себя грех каждого из нас. Братья и сестры, каждого из нас, мой грех, ваш грех, Он взял на Себя. Это Агнец Божий, который взял на Себя грех всего мира. Слава Богу! Братья и сестры, мы сегодня в преддверии этого великого служения, которое говорит нам о том, что действительно кровью этого Агнца мы спасены. Кровью этого Агнца мы имеем дерзновение, через Его кровь мы становимся святыми, непорочными перед Богом. Бог, смотря на нас, через кровь этого Агнца, Он видит нас святых, достойных, непорочных, через кровь этого Агнца. Слава Богу! И мы будем приходить к началу нашего служения, будем молиться, чтобы Господь благословил нас, благословил это служение. Будем особо молиться за проповедников, за тех, которые будут передавать это слово. У нас сегодня брат Леня будет трудиться, братья и сестры. Будем молиться о нем, чтобы Господь благословил и дал в уста его это слово благодати. Встанем все на наши ноги, призовем Его имя, чтобы Господь благословил нас, благословил это все служение. Аллилуйя! Отец Небесный, я благодарен Тебе, я славлю Тебя, я благословляю Твое имя, я благодарю Тебя за этот прекрасный день, за то, что Ты, Господи, сделался нашим Спасителем, этим Агнцем, который взял на Себя грех всего мира. Я благодарю Тебя, что сегодня мы можем предстоять пред лицем Твоим. Я благодарю Тебя за то, что Ты, Господи, возлюбил нас так сильно, любовью вечную, и отдал самое дорогое, чтобы искупить каждого из нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Слава, слава имени Твоему! Аллилуйя! Хвала Тебе и поклонение! Я благословляю Твое имя, я благодарю Тебя, и также прошу Тебя, благослови это общение, благослови, Господи, Твоим благословением, пребудь Духом Твоим святым, благослови каждое сердце, кто сегодня пришел на это место, кто сегодня расположил свое сердце, чтобы взыскать Тебя, чтобы приобщиться к этой святыне. Благослови сегодня каждого на этом месте. Благослови, прошу Тебя особенно, братьев, которые будут передавать это слово. Да будет Твое благословение на них, Твоя благодать, Твое помазание, Твоя сила Духа Святого. Аллилуйя! Я прошу Тебя, Господь, прибудь с нами в этот день. И да будет Тебе единому слава, Ты достоин. Прими хвалу и поклонение, добрый пастырь, Тебе за все слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.